Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о такой практике, как холодная рубашка. У кого проблема со здоровьем, это очень мощнейший рецепт и очень мощнейшая практика избавления от самого страшного, так скажем, такой вот грибка кандида. Кандида – это люди все заражены, хочу открыть вам секрет один, все заражены этим грибком, кто питается еще денатурированной пищей, либо булочными изделиями, белковыми продуктами. Так вот, если вы хотите избавиться от кандиды, применяйте практику такую, как холодная рубашка. Объясняю. Особенно вот видите, люди такие пухленькие, да, вот, делался эксперимент, это практика наша древняя. Это наших предков практика, так как я собираю знания наших великомудрых предков. И вот такой рецепт мне, так скажем, дан был. Так вот, как применяется практика холодной рубашки? Берем, вообще, объясняю принцип. Если человек там заболел или еще что-то, его хотят очистить, его погружают вот как зимой в прорубь, и его держат, терпят до потери чуть ли пульса или сознания. Вам надо волю проявить очень мощным. Достают его оттуда, он с бешеной температурой под 40. Берут эти простыни 2-3 штуки. А также их окунают в воду, мочат их, обматывают человека как мумию, там ноги по отдельности, руки, тело, все обматывают, лоб, здесь можно дырки, да, для носа сделать, вот обматывают его целиком, естественно, вам нужны помощники, берется 2-3 одеяла, также шерстяных, обматывают человека в эту, так скажем, мумию. Все, и кладут его до тех пор, пока ему не станет легче. А это может и 2, и 4 часа пройти. Так как, когда человек почувствует, что ему легче становится, температура уходит, его разматывают. В чем принцип? Расскажу, почему это так делают. Так как человек питался, да, хлебом, хлебобулочными изделиями, молочкой, вот этой поганой, сырками, твороженными, с сахаром, который это не является пищей, это все пастеризованный, денатурированный продукт, уничтоженный. Это является корм как раз таки для грибка. Что такое грибок? Это кандида. Кандид, он находится у нас, это можно сказать, вот термофильные дрожжи. Вот. Попадая эти булочки в нас, прорастает. Прорастает грибок. Почему прорастает, сейчас я вам покажу. Вот, видите, это лабораторное задание у моих родственников. Они вот купили хлеб на сыворотке, представьте, на сыворотке. Ну да. И вот такое вот дело. То есть, почему термофильные дрожжи использую? Да потому что грибок, плесень, вот эта вот гадость, она выживает при высоких температурах. Только 400 градусов ее убивает. Представьте, если печется хлеб, если он там рассказывает, что все умирает при там термообработке, вот он результат. Хлеб был испечен, да, и он пророс. То есть его замотали, там образовалась какая-то влага, еще оставалась в хлебе, и образовалась прелость. И, пожалуйста, что я вам говорю, практика, вот она, холодная рубашка, можно сказать. Человека обматывают, создают сырую среду, нагрев идет, и температура, иммунная система начинает бороться активно с паразитами, да, сжигать их. Они, им деваться некуда, они начинают выбегать, выползать. Это цивилизация. Выползать в более влажную среду, то есть в мокрые простыни. Вот этот слой мокрый. Выходит вот эта вот плесень из человека. Вот когда ему легче становится, его начинает разматывать, и это простынь вся вот в этой плесени. Черной плесени, там дырки даже. Понимаете, концентрация какая? Вот это то же самое. Вот что едят люди. То, что когда он
Вы купите там, он беленький, батончик такой, вкусно пахнет, только что испечен, но на термофильных дрожжах. Вот эти вот паразиты, когда вы поедаете все булки эти, хлеба, она попадает в вас. И начинает в 12-перстном кишке, в тонком кишечнике, это все всасываться. То есть сначала она переваривается, да, можно сказать, кислотой обрабатывается в желудке, растворяется до жижеобразной массы, потому что дальше идет только питание. Что такое питание? Питание только жидкостями. И в 12-перстном кишке начинается в тонком кишечнике это все всасываться. И вот она разложилась до молекул, жидкость это все питается вот с этой гадостью и попадает нам в кровь. Кровь разбрасывает это все по межклеточному пространству, в сосуды, все такое. Это псориаз, это всякие шелушения, это вот где-то летом, где там в джинсах под юбкой или еще где-то трется прелость, вот это такая вот корка такая апельсиновая появляется, такая вот прелая краснота. Это все вот это вот грибок. Так вот, если хотите срочно избавиться от этого, особенно вот женщины, да, все заражены. Это молочница, это можете налет на языке утром встать, соскребсти, это все грибок выходит. То есть лимфатическая система ночью начинает очищаться, лимфа забита этим также грибком, и на слизистых это все выделяется. Так вот, берите на практику эту практику на вооружение и можете в ванной, ну ванна сейчас уже, если только льда туда накидать, или хотя бы просто как-то вызвать температуру, можно, допустим, в бане пойти посидеть в бане, разогреться жестко, да, обмотаться также этими полотенцами, да, вот, и потом в тепло, то есть, ну, в полотенцами, потом опять в эти одеяла, и там полежать еще и в бане полежать при такой температуре всей. Не знаю, как вы будете делать это летом, но обычно вот зимой эта практика проходит, в прорубь ложатся, там терпят, вызывается эта температура, поднимается тело, и обворачивает человека в мокрой простыни, а потом в одеяло, и тем самым, пока ему легче не становится, снимает, а там вся эта простыня, оказывается, вся в плесени становится, вся в дырах, там вообще страшное дело. Так что это знание я получил, как бы мне передали, а я действительно являюсь передатчиком знаний уже к вам, так как все знания принадлежат народу. Оздоровляйтесь, вычищайте свои тела, потому что кандида – это очень страшная плесень. Грибок. Вообще грибок, мы состоим с плесенью, можно сказать. Но есть патогенные, есть, можно сказать, утилизаторы. Утилизаторы у нас у всех есть. Но есть патогенные, вот эти вот ребята, которые попадают в нас. Они начинают нас поедать. Это интоксикация тела, сокращение жизни нашей. И, естественно, мы раньше уходим на тот свет. Грибок – это самое страшное в нашем организме. И также очищайте свои холодильники, делайте ревизию, вычищайте все заплесневелое, потому что если вы даже здоровый продукт положите, то же яблоко или еще что-то в холодильник, там есть грибковая какая-то среда, она также уже будет заражена этим грибком. Либо кутайте все. Ну, лучше, конечно же, ревизию делать, потому что у людей, у которых невежестве живут и в грязи, открываешь холодильник, а там шаром по коте, там где-то в углу лежит непонятно что, уже проросло, вылезло, и тебя уже пытается на тебя прыгнуть. Понимаете, это страшное дело, когда ты видишь это в холодильнике у человека. Это ж надо так в грязи такой жить, и не уважать себя и окружающих. Да как можно вообще какой-то продукт забыть, а там уже плесенью, и там уже все действительно вылазит оттуда, и растет уже какая-то цивилизация, захватила везде холодильник. Это себя не уважать и не уважать свое здоровье, естественно, это невежество, это самое страшное, которое люди сейчас навязали, а что жить, полная вся фигня, там, раз продается, значит, можно есть. Так что очищайтесь. Это мощнейшая практика. Своими глазами увидите, кто у вас. Да, очень просто
Можете уже на языке, если соскребываете утром на лед, пора очищаться. А это куркума. Пить куркуму пол чайной ложечки в воду, бросайте теплую, и чуть-чуть, пару щепоток красного перца размешивайте, можно черного перца размешивайте, и по утрам выпиваете это дело все. Это антигрибковое средство, очищает. Также фрукты, грейпфруты. Грейпфрут является также антигрибковым средством. Кушайте больше грейпфрутов. Вот. Все редьки, редисы являются антигрибковыми средствами. Горечь, пижма, полыни. А самое мощное антигрибковое средство – это гвоздика. Гвоздика продается в любом, где приправы продаются, они такие вот, там сухие такие вот штучки. Берете в кофемолке это все взбиваете, и также утром берете там, может, чай, пол чайной ложечки, выпили это дело все, запили водой, вот. Употребляйте, очищайтесь, это как раз таки поможет. И перестаньте есть, естественно, хлебобулочные изделия. Переходите на адекватное питание человека, это фрукты, овощи. Естественно, вам нужны сейчас больше всего овощной пищи, а она является как раз таки корнеплоды антигрибковыми средствами. Кушайте салатов больше, капуста, свекла, редька зеленая, шикарные редисы, любые, зелень, укроп, и будете очищаться. Так что, если вам полезна была эта информация, а это, я вам хочу сказать, очень полезная информация, а вам врачи этого не передадут, так что в описании будет номер карты, так что не обессудьте, по совести, там, скиньте от 50 там, и выше. Ну, как вам совесть подскажет, будем так взаимообмен. Я вам знания, вы мне это знание. Также я потратил силы, энергии свои на обучение и на передачу вам знания. Записываю видео, это, можно сказать, моя работа. Я тружусь ради вас, передаю вам знания, чтобы вы не болели. Вот. Ну, а вы, как бы, в денежном эквиваленте какую-то там копейку скинете, отблагодарите тем самым меня. Всего хорошего, любви, здоровья вам. Увидимся в следующем видео. Дальше будет интереснее.